Проект называется «К причалу» и является собой некое музыкально-художественное действие. С подробностями Елена Клипова.
«Наш мир – корабль на пути в вечность, а люди на нем – матросы», считает автор этой выставки Татьяна Антошина. «Все наши мысли, желания и надежды направлены на поиск своего тихого и уютного причала. Вот только Танатос с железным сердцем и кровожадный Марс делают этот причал недосягаемым, а все человеческие попытки обрести счастье и покой превращают в утопию. Любое движение – это вращение на месте, любое действие – по сути своей бездействие. И наша жизнь, как заезженная пластинка, со скрипом возвращается на круги своя». Тема этой выставки, развернутой в галерее Expo 88, – война. Война бессмысленная, пожирающая красивые тела и уродующая души. Это чудовищная несправедливость, что молодые люди, рожденные для счастья, для любви, вынуждены умирать непонятно ради каких идеалов. И я думаю, что ни одна идея, ни один идеал не стоит ни одной невинной жертвы. Автором движет не просто художественное любопытство, нечто большее – скорбь женщины, матери, единственный путь которой лежит на карнавал смерти.